Румынская полиция призывает людей, гуляющих по пляжам, проявлять бдительность. На побережье Черного моря вымывает пакеты с кокаином. Первый пакет нашли еще в пятницу на пляже близ города Констанца. С тех пор в общей сложности обнаружили 150 килограммов наркотика. Прохожих просят не вскрывать пакеты и сразу же сообщать о них в полицию. Наркотик концентрированный и может представлять угрозу для жизни. Я слышал, что полиция предупредила, что на пляже могут быть наркотики. Я гулял по пляжу и нашел их. Я вызвал полицию. Она приехала и сфотографировала. Я нашел примерно килограмм наркотиков в пакете. Береговую линию патрулируют около 300 полицейских, корабли береговой охраны и вертолеты. В поиске наркотиков также задействованы дайверы. Как сообщают румынские СМИ, операция охватила участок пляжа протяженностью около 90 километров. Более двух недель назад румынская полиция обнаружила около 800 килограммов кокаина на сумму в 300 миллионов евро на брошенной перевернутой яхте в дельте Дуная. Полагают, что наркотики, попавшие в море, часть этой партии. Через Румынию пролегает маршрут, по которому контрабандисты транспортируют наркотики из Латинской Америки в Европу. Самую крупную партию кокаина обнаружили в Румынии в 2016 году. 2,5 тонны наркотика прятали в контейнерах для бананов. Груз прибыл из Колумбии в Констанцу и оценивался примерно в 600 миллионов евро.